Постарайтесь сейчас создать вокруг себя великую пустоту. Постарайтесь сейчас создать то состояние одиночества, а быть наедине с собой. И есть тысячи вопросов и ответов. Сейчас просто мысленно представьте, что все слова, музыка, просьба создать или представить какой-то образ, либо какое-то состояние — это обращение только к вам, каждому. Один на один. Каждому индивидуально, чтобы действительно каждый из вас слышал слова, чувства, состояния. Вспомните сейчас те состояния, когда вам было грустно, обидно, горько. Те состояния, когда вам казалось, что все вокруг вас разрушилось, и вы совсем одни в этой жизни. Ощутите отклик вашего тела. Ощутите отклик вашего тела.
Силу, чтобы пробудить свое тело и дух, который в нем живет.